Дело в том, что в скором времени будут выборы в Чечне. Там сейчас Кадырову закончился срок. Сейчас исполняющим обязанности его назначил Владимир Путин. И часть сторонников Кадырова очень активно в социальных сетях говорит о том, что «Останься, мы тебя любим» и все такое. Вот, и поэтому мы решили сделать такой вот ответ, в том числе и высказать все, что мы думаем по поводу Кадырова, в том числе в рамках того, сколько в последнее время вышло расследований по этому поводу. Мы решили сделать фото, такую акцию коллективную, к которой мы стартуем, люди могут присоединиться, рассказать о том, почему, на их взгляд, Кадыров должен остаться, но это такая большая ирония. То бишь мы, конечно, говорим о его плохих деяниях. Лично я, например, сфотографировался с тортом на лице, потому что люди Кадырова, в том числе после его угроз Касьянову, кинули в него торт. И так многие активисты с иронией хотят высмеять главу Чечни и его сторонников. Для того, чтобы присоединиться, вы можете просто взять лист бумаги, на нем написать такой же заголовок с хэштегом «Рамзан, не уходи» слитно, и внизу указать там, например, еще не все деньги в бюджете были отправлены на Чечню или что-нибудь в таком духе. Разместить это под хэштегом любой из социальных сетей, вот, и люди, которые читают эти хэштеги, они увидят это, и вы повлияете и на них, и на ваших читателей, и мы, может, ваши фотографии тоже вытащим и опубликуем, если вы посчитаете это нужным.